Мы душой и глазами смотрим на все, что тут есть. Что же нам скажут за диво? Сосны, да ели, да ров. Так ли уж это красиво? Так ли уж край ваш хорош? Вместо ответа над рожью благовест вдруг пропоет. Все здесь святое, все Божье, небо, природа, народ. В правде стоит, а не в силе, этот намоленный край. Дивный простор России, здесь начинается рай. Словами искренней любви, вызывающими трепет сердца и души к своей малой родине, состоялось открытие благотворительного концерта, посвященного сбору денежных средств на восстановление храма святого благоверного великого князя Александра Невского, села Деева Алапаевского района. Мероприятие прошло в местном сельском доме культуры. Для всех гостей и кто смог прийти, была представлена прекрасная, насыщенная различными номерами концертная программа. И, конечно же, история храма и села. И прозвучал указ о закрытии храма. Религиозная община в составе 1500 человек написали прошение в местную администрацию, тогда районный исполнительный комитет города Алапаевска Верхотурского уезда, о том, чтобы сохранили храм, дали возможность верующим людям бывать в этом храме и служить. На прошение прозвучал отказ. В результате храм закрыли. Всю утварь церковную описали и сдали на склад. И все эти годы наш храм стоит и ждет своего возрождения. Со сцены звучали искренние обращения к своим соотечественникам, к людям, в чьих сердцах живет любовь к родной земле, кому не безразлична судьба разрушенной безбожниками святыни. И только от нас с вами зависит, как скоро зазвучит колокол над селом, как скоро в стенах старого храма возобновится служба и будет петься молитва. Наше село – это наша малая родина, маленькая частица большой родины по имени Россия. Любовь к родине была воспета великолепными голосами участников концертной программы в своих песнях. Добрую атмосферу и патриотический настрой у всех присутствующих создавали участники концерта, а ими стали талантливые певцы и танцоры творческих коллективов Дворцов культуры сел Деева, Арамашево и Коптелово. Yeah.
Артисты в ярких традиционных русских народных костюмах пели песни, милые сердцу, с детства для каждого. Зал, аплодируя, подпевал. Стоит также отметить, что на этом благотворительном концерте, давшем начало сбору денежных средств на восстановление храма села Диево, присутствовали гости, которые с великой радостью поддержали жителей и их благие намерения. Дай Боже, что сегодняшним концертом вера, жизнь оживала в нашем с вами селе. Чтобы мы доказывали веру в Бога не только языком, но и делом. Я благодарен всем тем, кто принял участие в прошлом году в субботнике по очистке внутри здания храма от мусора. Мы с вами все вместе, как одна большая семья, поднимем наш храм. Если поднимется наш храм, поднимется наше с вами село. Как говорил покойный патриарх Алексей II, чем больше мы воздвигнем храмов на Руси, тем меньше будет в нашем государстве тюрем и колонии. Люди больше придут к Богу и больше будут отдаляться от зла и приближаться к истине, к вере Христову. Я всех вас поздравляю еще раз с праздником Христос воскресе! Сегодня вы все пришли на благотворительный концерт. Сегодня вы готовы творить благо. И дай вам Бог и сил, и понимания, и душевности, всего-всего хорошего, чтобы ваши задумки, ваши дела претворились в жизнь. Вот сидела я здесь на концерте и думала, если взрослые люди с этой сцены поют о маме, поют о матери, желают ей здоровья, значит, силен дух русского человека, значит, жить и развиваться и множиться нашей России. И если здесь, с этой сцены, звучат слова «Наш дом Россия, наш дом Россия», значит, Русь сильна. Надо сказать, это мероприятие стало знаковым событием для села Диево и его жителей. Ведь сделан первый шаг не только к восстановлению святыни, но и возрождению истинной духовности людей.